я начальник службы организации технологической деятельности Центральной оперативной таможни. Скажите, пожалуйста, для чего вообще в таможне нужны кинологи? Зачем они кинологи? Кинологи в таможне – это знаковые подразделения. Несмотря на то, что оперативные сотрудники выискивают каналы поставки наркотиков, но обнаруживают их в основном кинологи. Потому что нюх собаки, ее нос, основной ее орган, способен найти две молекулы искомого запаха в одном кубическом метре. Это очень мало. Поэтому кинологи используются на передовой в поиске запрещенных веществ. И, соответственно, дают очень хороший знаковый результат. Как часто они востребованы? И, может быть, какие-то в последнее время были большие находки? Востребованы они часто тогда, когда есть информация о сокрытии, но нет конкретного места. И чтобы сотрудники досмотровых подразделений не разбирали машину или объект какой-то очень глубоко, для этого используется кинолог собаки, который указывает конкретное место сокрытия, что очень упрощает работу таможенникам. В настоящий момент, с начала года, у нас 12 обнаружений. 12 обнаружений, и все они связаны с сокрытием наркотических веществ. Это в центральном таможенном управлении. Да, за прошлый год было 52. А так у нас очень значимое знаковое обнаружение было в конце года. В Брянской таможне было найдено более 100 кг гашиша. Плюс очень знаковое, серьезное обнаружение. Кинолог наш нашел 3 200 000 долларов. Скажите, пожалуйста, вот эти соревнования.